С 1 марта граждане России смогут въезжать на Украину лишь по заграничным паспортам. Такое постановление подписал глава правительства соседнего государства Арсений Яценюк. До этого дня действует нынешнее правило пересечения границы, в соответствии с которым попасть на Украину нашим соотечественникам можно при наличии национального паспорта. При этом граждане должны сохранять выдаваемую при въезде миграционную карту и возвращать ее пограничникам обратно на выезде. По данным украинской пограничной службы, в прошлом году отказ в пересечении украинской границы получили более 45 тысяч иностранцев, в том числе 15,5 тысяч россиян. В этом году запрет коснулся почти 3 тысяч граждан, 500 из которых имеют российский паспорт. Нет, не стоит. Почему? Ну, зачем? Мы же не хотим этого. Ну, вводить въезд украинских граждан по загранпаспортам. Я так понял, что украинским. Я думаю, что не стоит. А я думаю, не хотим ссориться. Слишком много работает у нас украинцев. И как бы тоже ударить по простым людям. Если они против нас вводят визы, то и мы должны, соответственно, против них тоже вести. Тогда меньше, то они все кричат, вот Россия агрессор, а сами бегут в Россию прятаться от армии. Пускай как бы хлебнут горе так же, как и жители Донбасса.